Я понял, что ничего не прекраснее клоуна, потому что он самый свободный, самый веселый персонаж на свете. И вот уже я здесь в этой лаборатории занимаюсь около 20 лет. И последние 10 лет все больше и больше результатов, все больше людей приезжает сюда искать свое личное предназначение. Продолжаю работать на сцене. Я думаю, что самая большая перспектива сегодня в клоунаде – это стать шаманом, стать юродивым или в социальной своей среде помогать людям поменять на положительное отношение к жизни.